просто магазин с 7 шагов и кое-что посмотрим. Вот сразу вышли с глаза яблоки. Некрасивые такие. Я покупала где-то по 125. Здесь 79. Нектарины 169. Еще же пятница, много что разобрали. Бутылочка по 99. Апельсин вообще 69 рублей стоит. 129. Груша 149. 150. И, конечно, тут всегда очень дешево овощи. Капуста такая хорошая. 33. Картофель за килограмм. Молодая по 50. О, среднего качества. Курица 79. Кабачки 99. Топорчик можно взять. 57,99 морковь. Лук по 24,99. Конец рабочего дня. Много что разобрано. Ну, в принципе, кое-что и осталось. Капуста пекинская 99. Ну, уж очень большой кочан. Вот, возьму он полегче. Масло растительное обыкновенное. Золотая семечка 109 и 0,8. Расфасовка 65,99. Вот мои покупки на 366 рублей. Так, за что я заплатила? Могу за огурцы. Вот они. 67,35. Это было 900 грамм. Печенье по 40,39,99. Затяжное Мария. Семена льна по 29,99. И за капусту я отдала 106 рублей. Ну, она такая солидная. Моя покупочка в Семишагове. Расположен этот магазин на улице Прошутая. Вот тут прямо остановка. Семишагов. Ну, я-то вообще шла в пекарню, в которую тоже сейчас зайду, за бездрожжевым хлебом. А у меня оставалось время, и я посетила этот магазин. Обычно мы ходим рядом с домом. Дошли до пекарни. Возьмем бездрожжевой хлеб. Ну, какой-то останется. Все продукты разобрали. Думаю, ждем 9 часов. Хлеб два круглых каравая. С учетом скидки пшеничной 78, ржаной тоже 78. Бездрожжевой подовой хлеб.